Сегодня в Ульяновском региональном центре переливания крови собрались люди одной профессии – уже действующие или начинающие машиностроители. Все они – участники акции, приуроченной ко Дню донора для сотрудников предприятий, СУЗов и ВУЗов, входящих в Союз машиностроителей страны. Для студентов Ульяновского техникума железнодорожного транспорта, к примеру, это первый поход на станцию. Пришла сюда, чтобы помочь людям, потому что это необходимо, потому что всегда требуется кровь, и чтобы моя кровь была в базе. Придете сюда еще раз? Да. Мало ли какие ситуации происходят. В любом случае, донору это как бы не помешает. Хотели бы стать почетным донором? Можно попробовать. Акция действует последние 7 лет с момента подписания договора между Федеральным медико-биологическим агентством и Союзмашем. За это время по всей стране прошло больше 3500 специализированных мероприятий. В общей сложности машиностроители сдали 150 тонн крови. Поддержать ульяновцев в этот день и поблагодарить их за активное участие в акции приехал первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 59 регионов вовлечены в эту работу. С 35 из них подписаны соглашения. Такое соглашение подписано с Ульяновской областью. Она была одной из первых, кто откликнулся на призыв Федерального медико-биологического агентства. Успел Гутенев поделиться со студентами и своим опытом донорства. Впервые он сдал кровь для жертв теракта на Дубровке в 2002 году. Серийно начал сдавать именно тогда. Я не являюсь рекордсменом, поскольку безумное количество поездок, командировок вносят определенные коррективы в график. Но когда возникает такая возможность, с удовольствием присоединяюсь, потому что заряжаешься особой энергией. Кроме того, федеральный гость вручил некоторым участникам акции удостоверение. Теперь представителей Союзмаша стало на 4 больше. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.